Доброго всем времени суток, с вами Тексер, конечно, Совет Республик. Что же это еще может быть? Что меня тут строят? А, еще одна котельная, естественно. Я бахнул вот тут котельную. Да, сейчас ее надо снабдить тогда грузовиками. А еще не снабдил? Посмотрим. Может, не снабдил. Снабдил, отлично. Так, мы, конечно, посмотрим дефицит товаров в магазине. Я даже догадываюсь, где дефицит товаров. Что не так? А, что не хватает? А, одежды не хватает. Фиг ли у вас очередь? Ёлки. А одежды не хватает? Бардак. Ладно, я надеюсь, привезут сейчас. Так, здесь мне сказали, что... Вот как мне остановить, кстати, вот вопрос. Я хочу просто остановить. Не могу. Я не могу ее остановить. В общем, мне сказали, что когда эта штука заполнится полностью, она начнет пересыпать сюда. Ладно. Катается. Жоп с ней. Одежда. Не привезли. Я надеюсь, везут. Мусор туда везут. Ну, так-то в целом. Должно же оно быть. Так, это мясо. Да, это вообще на заправку вот поехала. Не то. Ну чего, логистическая контора не везет одежду туда. Возможно, здесь нет одежды. Может, и нету. Или здесь. Здесь есть. Тонна 194. Знаешь, сам жопа вот этих логистических конторах. Никогда не знаешь, кто-то занимается этим делом или никто не занимается. Возможно, кто-то занимается, возможно, что-то поехал. Я даже не знаю. Ну, давайте подождем, может, привезут. Так, ну, уголь есть, как минимум. Все, я думаю, эти дома больше никогда не будут мерзнуть. Я почти уверен в этом. А тут 100%, а что, не готово? А фигли не готова. 20 труда дней, ну ладно. Давайте подождем. В принципе, я ничего срочного еще сейчас кидаться. Нет, ну там магазин без этого. Без товара. Хрен мы с ним переживут. Давайте подождем, посмотрим. Настроим радиопередачи в нужную сторону. Опачки, есть. Ведущий персонал. Так, естественно, работники тут будут самые лояльные. Аудитория, да, слушатели, все хорошо, это убрать нахрен. Нет, знаете... А развлекалочку-то мы прижмем. Придушим алкоголь, апнем спорт, апнем немножко атеизм, ибо нехрен. Ну, как-то так. Минус 14. Ты издеваешься? А чё эти все по нулям? А вот так. Пропагандировать она должна. В первую очередь. Лояльность знать. Так, ладно. Забрали. Вам что сюда надо? А за ничего не надо. Все, работайте. Ну вот пошла пропаганда. А знаете что? А я не буду атеизм пропагандировать. Жоп с ним. Образование тоже перебьемся. Давайте вот в это, в лояльность. Пусть у меня лояльные все будут. Логично, логично. Это еще бахну в лояльность. Что еще могу в лояльность бахнуть? Ну алкоголь могу. Давай, работайте. Ок. Что у нас тут с пропагандой одежды? Ни хрена. Ни одна падла туда ничего не везет. Я догадываюсь, почему. Потому что ни одна падла не везет сюда. Я прав.
Так, это склад 3 в первом шаге. Кто управляет складом 3 в первом шаге? Склад 3 в первом шаге. Выгружать одежду. Загружать одежду. Рефрижератор, и это стоит. Тут чего есть из техники? А крытый есть? Ну, мало-мало. Я думаю, везет. Я думаю, он везет. Просто еще не доехал. Просто еще не доехал, просто еще стоит на таможне. Электронику повезет. А, да. А ты? А ты Бухлидзе. Ржавый автобус. Ну, они тут зачуханы, эти автобусы, конечно. Да, давайте я просто туп куплю. Сдал будет неимоверно. Что делать? Давайте, везите. Угу. За одеждой поехали, смотрите. Ать. То есть, как забирать одежду, так вы первые с собой. Так, тут что у нас? Тут у нас жопа какая-то. В принципе, как делать? Отсутствует одежда. Да иди ты в пень, одежда ему отсутствует. О, тут везде, короче, отсутствует одежда. Ну, тут я очень за многое, наверное, взялся. Просто. А куда ты топливо выгружаешь? Чуть ничего. В резервуар ты выгружаешь битум. А топливо ты никуда не выгружаешь. Не участвует. Знаете чё? Я резервуар отключу от этого дела. Вот так. Вот эту срань. Утилизирую, да. Недостаточно денег. Ну, как тебе сказать, недостаточно. Денег у нас всегда достаточно. Покуда живы кредиты. Возможно, даже когда-то они будут выплачены. Так. Сюда мы купим еще машину. Ну, сильно большие тут, наверное, не надо. А может, и надо КамАЗ. Так, вам. Давай, КамАЗ, езжай, КамАЗ. Так, вот это база снабжения 20. Не, это база снабжения. А значит, вот это база снабжения. Цистерновая, да, прекрасно. Ты будешь брать вот тут битум. Ты топливо берешь из резервуара. А, так и бери. Ха! Это не тот резервуар. Вот так. Машин тут много. Спешу купить. Машин тут много. Вы победите. Так, отлично. Радио я сделал. Что мне тут еще жахнуть? Ну, тут, пожалуй, ничего. Там вот котельную построят, и будет, в принципе, все неплохо. А теперь, знаете, что я отважно сделаю? Я бы вот тут сделал. Но тут, черт возьми, машины все время ходят. Придется тут дорожку просто купить. Тупо. Так, а тут пешком люди ходят? Не думаю. Значит, будет простая дорожка. Вот так. Что закрывать нельзя эту дорогу. Вот. А здесь я ее сделаю просто
Вот так. Да блин, а вот так уж что есть не надо. Ну что, автобус ходит до суда. Все. Дорога тебя строят? Нет работников в технике. Все, тебя будут строить. Шикарно. Так, давайте с мусоркой разбираться. Мусорка. Пусто. Все, она больше не перерабатывает. Это чисто выхлоп. И она вывозит сюда. Это строймусор, да? Да. Ну вот так. Немонтажная контора, пусть работает. Так, легковушки гоняют. Нет, это не личные машинки. Это у меня спецслужбы мои развлекаются, да. Так. Ну, нормально. Сейчас посносит. Демонтажнички. Будем потом дальше сносить. А, он уже кто-то приехал и сносит. Прибежал, да. Еще вот это сносить. Но оно, видите, оно пока не закончило. Оно все попыхивает потихоньку. Так, я надеюсь, ты в правильное место поедешь. Оп, стоять. По переработке гравия. Молодец. Стой. Гравия. Откуда? Что-то колбасит, мне кажется. А, не, вот она. Блин, не за той машиной слежу. А, вывалило. Ну, все нормально. Да, все хорошо. Гравий захреначен. Производство остановлено, смотрим. Что не так? А что у вас все остановлено было? Можно узнать? Нельзя. А алкашка где-то там отсутствует, но это фигня, это на этом, этом складе. Ну, короче, все, лояльность пошла. Будем пропагандировать. Так. О, вы оттуда решили начать? Молодцом. Я надеюсь, асфальтовую дорогу строите. Да, асфальтовую. 114 тонн асфальта. Ну, прям даже, может напугать даже. Так, это у нас шахты. А вот... железородный комбинат, а потом и сталелитейка. Это все тут будет. Там будет отдельная песня. Так. Тут тоже надо шоссеечку построить хорошую. Так, куда тут люди могут ехать? Вот сюда могут люди ехать. А на кой хрен нам сюда ехать, от конвейерной башни? А что не сгорело? Не, просто тут мега-шоссейку начал строить, да? Кстати, очень странно, что они ее гравием насыпают. Сколько у вас народу-то? О, народу до жопы. Так. Давайте я и тут бахну. А, не то, не то, не то. Сбрось. Не та дорога. Вот дорога. Давайте до суда. Ну, нам, а вдруг сгорит. Потом вот так. Блин, а он проедет. Ну, поперек вроде, наверное, должен, да? Ладно, разберемся.
А денег-то сейчас еще брать придется. О, работает. Построено. А как они быстро-то это сделали, вот смотрите. Раз, уже построено. Ну, котелка-то дольше стоит строится. Ну все, по идее, мёрзнут недавно. Что у вас тут, работаете? Молодцы. Преступлений нет, тоже все хорошо. Народу пашет вообще. Вот тут можно квартал еще сделать. Вообще, я тут сижу, раздумываю. Я немножко... В каком месте можно узнать? А, я, кажется, знаю даже почему. Знаете почему? Потому что отсюда выбраться никак нельзя. Все, невысокий уровень безработицы. Малая станция водоподготовки. Странно. Давайте вот так. Теперь дойдете? Да блин, ты чтоб тебя не дострой. Нафиг ли ты не дострой? Я потому что денег нет. Опять денег нет. Блин, у меня опять что-то копится. А, все, побежали. Ну вот, нет, безработица. Ну, а что, безработица. Ну, просто они вот тут перейти не могут. Они безработица. Гравий-то он уже захреначил. А я так понимаю, потом асфальт туда поедет. Там экскаватор с людьми. Вот, все. 114 тонн асфальта. Ой, блин, мне уже страшно представить. 114 тонн асфальта. Так, перегнали все. Угу. Ну вот, что делать? Продать только. Ну, не продать, утилизировать. Бредятина. Я машину остановить не могу. Ну, я понимаю, можно построить бесплатную стоянку. На бесплатной стоянке она будет жить бесплатно. Да, конечно. Обязательно будет. Так, тут давайте я жахну еще стоянку, раз мне сказали, что она мусорка. Мусорка, да, малая свалка, средняя свалка. Раз она так работает, ну что, я не против, пускай так работает. Так, это нахрен. Это нахрен. Так, тут была... Нельзя. Тогда это тоже идет нахрен. Затор на дороге идет нахрен. Так, свалка, 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 свалка. Вот так. А с дорогой какая-то беда. Ну, с другой стороны, мне дорога тут не сильно и нужна, по большому счету. Блин, а если она забьется, я с ней ничего не сделаю. А как ее построю? Следующий вопрос возник, да? Хорошо, ведь эксперимент ничего не стоит. Можно так. Но сколько мне этих свалок надо? Я вот отсюда из этого, из этих дебрей уже не выколупаюсь, потому что оно этими загородками закрыто. Ну давай, две свалки будут нормально. Из этого великолепия вот это я строю за деньги. Ну, что ее не построят. Никак. Ты уже убедился. Что волшебная механика игры не позволяет эти аппендиксы строить. Оно делает что угодно, только не аппендиксы. Так. Инструмент рельефа.
Ну чего тебе не так теперь-то? Знаешь, что интересно? Я вот тут рядом не могу вниз ничего опускать. Хотя хотел бы. А, под землей идет. Ладно. А, она построена была. Ну, фиг ли делать, опять же. А низ я не могу сделать. Очень бы хотелось. Короче, я теперь должен помойку поставить, при том, чтобы с нее можно было дорогу сделать. Я не могу. Тут вообще дорога не строится по неведомой причине. Мешает другая инфраструктура. Какая? Тут нет никакой инфраструктуры. Просто кладезь из-за идиотии. Вы можете понять, почему тут ничего нельзя сделать? Я нет. А, ну типа здание мешает. Типа. Но тут охренею ждать, пока оно испарится. Я могу за бабки все это построить, да. Ладно, давайте за бабки. Такой вот предохранительный клапан. Потом увидим, к чему приведет. Денег извел. Фигней пострадал, да? Да. Ну как поток сюда закончился? Вот это странно. Надо отсюда возить. Да, машину я продал. А потому что я вообще не понимаю, как это будет пахать. Давай сейчас посмотрим. 4,51. Вывалил. Коптит. Испаряется. Почему вот это не едет вот сюда, я не пойму. Ну, вроде ехало. Но перестало. Видите? Растет. И оно встанет. Оно остановится. И перестанет уходить. Хотя конвейер стоит. Почему она сюда не вывозится? Тайна. Поначалу уходила. Но перестала. Опа, железный лом. Как там железный лом оказался? Как там оказался железный лом? Чё за бред сивы кобылы? Так, ладно, как там читерский режим включается? Оп, нечестная игра. Теперь можно удалять. Да. Подтвердить, да. Оба, вот так. Заработало. Вот как тут без читерства? Как? Так, смешно только. А оно больше не идет, да?
Ну типа да, но тут что-то полное. Ладно. Ничего не понимаю. О, здание горит. Опаньки. А, все. Хе-хе. Прощай, снабжение. Ну что ж, вот это вот вся конструкция, то, что я тут продавал, алкашку приказала долго жить. Ну, потому что надо пожарку еще строить было. Шоп. Сейчас вот трансформатор сгорит, и все. И мы приехали. Так, как все аннулировать? Так, склад. А, склад, загружать. Загружать топляк. Ничего не загружать, все выгружать или не фини. Распродаем запасы. Ну и все, оно сдохло. Так, как вот это продать на таможне, хотел бы я знать. Но не знаю. Я не знаю, как продать. Сейчас скажешь, что пожарку надо будет строить. Конечно. Ее. Потому что топлива вообще не хватает хронически. Я ее продал топливо, но толку ноль. Так, ты пошел нахуй. Не буду я возиться. Просто нахрен. Просто все нахрен. О, это нет. Чё тут у нас еще? Чё какая-то машина была? А, ну все. Электричества нет, она сдохла. Первый шаг 103. Возить алкашку. Все, и больше туда не возвращайтесь. Ну, вроде все. Тут какая-то была очень мелкая машина, но она куда-то делась. А я, наверное, ударил ее. А... Ну, ладно. О, я поторопился, да? Она приехала, мусор везла. Че, восстанавливаем, что ли? Это странно, ну давайте. Блин, мне страшно подумать, что там творится будет. Чего-то они уже стали бетон производить. Достали. Ироды. Может.
Работников нет, а так может. Работники отсюда не доходят, да? В этом дело. Ну, может. И асфальтовый не может. Не доходит. А как они раньше доходили? Отсюда? Ну, люди, вы уж как-нибудь уж это... Уж исхитритесь, а? Давайте вот так сделаем. И опять за рубли. Да не это за рубли. Вот это за рубли. Вы исхитритесь, дайте, а? Я в долгу не останусь. Вообще тут неплохо бы еще дом построить в обеспечении всех этих асфальтозаводов и прочего. Блин, деньги опять кончились. Хронически нет денег. 5 безработных. Один безработный. Ладно. Ну что, как думаете, будут они строить подстанцию? Я даже не знаю. Я просто даже не знаю, вот оно мне надо с каким-нибудь хреном или нет. Я думаю, нет. А сюда уже экскаватор привезли. Офигеть. Ну, демонтажная контора тут у нас озолотится. Вы приехали, да? Нахрен. Нахрен. Доклад о ценах вообще не волнует. Так, ты к какой конторе-то? Ожидает прибытия техники. Молодцы, забирайте его. Не надо нам. Все увез? Не все, да, да. Увози, продавай нахрен. Асфальтовый завод, нет работников. Мне кажется, эти вещи взаимосвязаны. Нет работников, а нет работников. Не, вот сюда 50. А то кто пойдет работать? Не знаю. О, тут какие-то работники побежали куда-то. Тут задан еще бетонный завод, цементный завод. Такой завод. Не, так много туда не надо. Ну, короче, как-то вот. Ох ты! Товарищ майор приехал. Молодцом. Ну, понеслась, понеслась, смотрите. Люди появились, все нормально, работает. Так, демонтажная моя контора. Что тут у нас? Все. Машина за деньги. У меня просто слов уже нет. Но она мне не нужна. Приостановить нос. Не приостанавливаем. Тут тоже нос.
Давайте, монтажники, резвитесь. Строконтор скучает почему-то, не знаю почему. Все есть. Так, Бухлидзе тут есть. Бухлидзе есть. Никакие машины не связаны. Бар. А кто у нас заведует барами? Я даже знаю, кто. А, назначено, прекрасно. А кому-то назначено? А, первый шаг базы снабжения. Все нормально. Ну, короче, как где зарус, что бухла не хватает. А тут он не должен. Вывозите нахрен. Даже не знаю. Депо уничтожено. Это покупать? А продать? Это купить. Окей, вот эта вот штука покупает там. Хренатень какая-то. Все. Пум. Пум. Это значит не буду. Я не знаю, не монтаж контор туда поедет, нет. Ну, хотя бы какие-то ресурсы урвать. Фигля, оно все приостановлено. Ладно, мы вот этот дом сейчас назначим. Сюда и прочие здания. Чтобы не вздумали. Ну, нормально тут асфальт начался. Ну, вот сейчас увидим, как это работает. Лояльность 36. Вроде прибавилось, да? Довольство граждан вроде вверх пошло. Я прав? Я прав, наверное. Ох ты ж, посмотри, что тут творится. А, ага. Да. Согласен. Я думал, тут надо еще дом бахнуть, чтобы этот завод работал прям, мам, не горю. А что мне тут фуры скучают? Неправильно, неправильно. Так, да, жилье. Большие жилые дома. И никак эта хрень сюда не вписывается. Да, что попроще? Очередь. Вот такое количество народу не успевает наготовить всякого.
А надо бы. Поэтому, знаете, я тут бахну еще дом. Не, большое здание. Вот это вот. Ну... Анта. То как-то у нас завод не очень успевает перерабатывать. Это плохо. Так, до голода недолго допрыгаться. Ведь у меня будет в основном пищевой завод. Чего же делать-то, раз я тут обосновался. Так, это продажник. Да, на таможню. Не, ну ладно, куда бедно она успевает тут снабдить. А дом построим, все хорошо. Я тот дом просто сюда целиком заряжу. Не знаю, насколько он народ. Я вот этот тоже. И все, и тут будет хорошо. Сносят. Ну как неуверенно сносят. Еще тут площадку сносить. А еще работать пытаетесь? Не, не надо тут работать, спасибо. Все. А, все сносим. Зала. Ну правда, там еще какой-то процент добавлен. Так, а тут что было? Ну, тоже какая-то дорожка. Укладывают, молодцы. Тут что? Пусто. Нет ресурсов. Сжигать нечего. Можешь опасно сжигать на этой сране. Но оно вроде против. А хотя нет, тут опасные. Да. Сейчас посмотрим. Так, опасные отходы. Загрузка. В мусоросжигатель, да? Погодите, а в этой стране тоже зола, да? А вот это может. Давай туда. И тогда давайте скопируем все вот это и пройдемся по остальным мусоркам. Пусть будет электростанцию вывезет. Не то, что полезно, но... Блин, опять бабла нет. Я офигеваю, куда она уходит. Я знаю, куда она уходит. Знаете куда? У меня бухло перестало продаваться.
Так, ща, момент. Это надо обдумать. Вообще, вот... Погоди, получить надо. Это надо прямо обдумать. Есть нюанс. Я тоже все построил. По идее, от этого элеватора надо бы и винодельный завод бахнуть. А я уже все построил. Меня тут просто не протянул. У него есть, да, но я ведь никак. Вот тут бы. Вот так бы. Но есть нюанс. Тут дорога. И ветки. Вот эти вот. Погоди, поля. А, вот алкашки. Я при своем желании вот до этих веток не сделаю. Я могу тут. Ну что, попытаться? Такое расстояние эта ветка дотянется. Жоп с ним, давайте попытаемся. Так. А, блин, давай так, пофиг. Ну опять за деньги, за баксы. Так, пробуем. Да, блин, ты уберешься или нет? Серьезно мешает? Я могу как-то извилисто проложить это, нет? Куча вариантов, что сделать, и главное, никогда не знаешь, что получится из этого, потому что охреново знает. А может не получится, зря сносил. У кого проблемы с снабжением? Нафиг иди. Так. Он меня троллит. Не, самый толковый открытый бассейн снести к ядрине Фини. И построить потом новый. Это реально самое толковое. Я же не буду назначать демонтажи конторе. Ну, можно, но долго. Задолбает. Все, ушло. Ушло ведь? Ну, ушло, но... Все. Так. Бухляндия. Страна Бухляндия. Подключить к этому же элеватору и склад вывести туда же. Не уверен, что получится. Нахрен его знает. Вдруг получится. Сейчас посмотрим.
Так. Ну, сейчас будем изгибать вот эти вот вещи. Вещи, которые нельзя отключать надолго. Так. Давай, давай, убирай. Ну чё, мне вот это тоже надо убрать. Тут можно оставить. Так. Вообще красота, вот так. Так, средняя лэп. Какая тут? Вот такая. Ай, хорошо. Все, восстановлено. Так. А людям нужно бассейн восстановить. Вот так. Ну зашибись же. Так, это за деньги. Тут без вариантов. Что, построили, нет? А что, не хватает? 13 на асфальта? Да вы издеваетесь. Не, ну они потом на ту перекинутся. Так, где-то там еда отсутствует. Есть еда. Есть еда. Со спортом, да, здесь беда, но... Труд одни, панели сталь. Тут чего? Ну, почти кусок остался. Что, теперь не мерзнем? А без работы что-то до хрена. А у вас тут негде работать, видимо, да? В тюрячке-то чё? Ну, в тюрячке больше работаете, что вы. О, за этот год всего 2 убежало. Налицо вообще. 10 без работы. Все, пошли в тюрьму работать. Правильно. Ну тут да, тут с работы фигово в этих краях. Хотя вот. Оп.
Котелочка-то. Кстати, еще не холодно. Машины. Машины. Эй, самосвал. А где золото большое? Дорого, да, ну что поделать. Биби, да. Так, ты где тут углем должен затариваться? Вот тут, наверное. А, нет, вот погрузочная площадка угольная же, да? Поехали. Смотрите, пробки нет. Как вот эта вот шушера кончилась, пробка сразу пропала. Все, котелка сейчас будет работать. Отлично. Люди есть? Люди есть. Отсутствует уголь, уголь сейчас будет. Сейчас мы к морозу-то котелку запустим, и этот край будет тоже охвачен. Все, безработных нет. Тут хреначит. И что у нас с морозами? А, так еще никто не мерзнет. Еще 11 градусов, еще рано мерзнуть. Ладно, нормально. Тут что? 57. Почти выветрилось. Какие еще бывают отходы? Опасные. А есть биологическое. Тоже на электростанцию. Смешно, на свалку разбирать. Я горючих отходов не вижу, но в принципе все. Так, ну тут вяленько идет, все вяленько идет, все нормально. Мне тут нужно что-то строить? Да, пожалуй, что и не нужно. Граждане довольны жизнью. Нафига ему детей до жопы. Все норм. А пока хорошо. Давайте с алкашкой разберемся, и следующим доходом будет нефть. Надо будет разбираться с нефтью. Так, ну я проблем вроде не вижу. Так, там где-то смерть ребенка была. Что поделать. Лояльность паршиво растет. Опять это загрязнение питьевой воды, я не знаю где. Но есть мысль, что где-то здесь надо бахнуть еще одну вот такую подстанцию. Потому что вот это, мне кажется, уже мало. Вроде полный, да. Но малейше чего она проваливается. Отсутствует пища. Так, давай посмотрим где. Фиг ли она тут отсутствует. Ну ладно, не отсутствует пока. Вы там везите, не забывайте. Ну, везут, я думаю. О, процесс идет отлично. Панелик у меня как говна за баней. Тут, я думаю, тоже хорошо все. Ну, нет, сюда побольше всего. Ладно, люди нужны, чтобы хотя бы еды больше производить. И мне еще посоветовали логистическую контору к продаже. Ой, ёл, денег-то нет. Логистическую контору к продаже привязать к этой. А именно, если на этом складе будет там больше 70%, допустим, добычи. Ну, еды, алкашки. Она везет продавать. А если нет, то не везет. Мне кажется, идея очень хорошая. Я потом это сделаю. А контору прям тут поставлю рядом. Пока не буду, а вообще поставлю.
Так, что у нас тут? Ну тут у нас немного на самом деле. 26 стали. Остальное все свое. Труднее дофига, но я думаю, это не проблема. Не мерзнем пока. Не мерзнем. А сколько там градусов? 17. 17 спать, не мерзнем. 17 градусов мерзнет. Так. Так, это уголь. Нет, это гравий. Почему черный гравий? А не важно. Черный, черный. Так, тут что у нас? Блин, эти 30 тонн когда-нибудь захреначишь куда-нибудь? Тут зола. Я могу, в принципе... Это надо брать отдельную машину. Надо, можно вывести ее. Или вот это можно вывести. Но опять же, на какой черт? Пусть ждет. Так, что у нас тут? О, вот, у нас все офигенно. Так, вот этот автобус, он не зря здесь ползает, правильно? Демонтажная контора работает. Все хорошо. Работает. Работает. Ну, эту площадку вынесли, эту я думаю, вынесут. Непонятно почему, но отход не вывезен. Так, что там? Там хорошо, кирпича тоже как грязи. Все прекрасно. Тут денег нет, потому что алкашка встала. Как там мой паровоз? Продал бы, не знаю как. Топлива нет. Правильно, нету. Сносит. Ну, сносит, надо демонтаж, что не доехала. Ладно, доедет когда-нибудь. Так, коптят. Коптят. Ну, что там, мороз-то? 35. Пошли смотреть. Безработные, бывает. Это странно, потому что тут куча... Кто у нас еще мерз? Тут мерзли. Больше не мерзнут. Не мерзнут. Не мерзнут. Не мерз. А, низкая. Ну туда не дотягивается. Это вот тут надо где-то ставить. Ну знаете, ради двух домов я даже палец сниму. Жоп сниму. Короче, маленькие котелки по всей округе. Здоровую я строил зря, ну пускай уже будет, раз она есть. Что тут? Полная? Не, ну пока все хорошо. Пока меня все устраивает. Мусорка просто вообще работает как часы. Что тут? Тут каток пухтит в одиночестве. Но он все и закончит, отлично. Потом следующий участок будут делать. Тут вот беда со спортом. Чтобы бассейн приехал. Но мы сейчас это сделаем. Ну, не сейчас, когда сделаем. Нормально. Все, привезли, тут теперь только людям строить. Один со стали, ну, тоже не конская. А контору, кстати, можно бахнуть бесплатную. Потому что там машин будет, ну, немного. Так, сейчас давайте это изучим. Это вот тут, наверное, где-то в дорогах. В дорогах. А где логистический? Не понял. В складах можно? Да. А, ну тут две машины. Три.
Акай. Ты такая мелкая. Тю. Мелочь пузатая, да? 9 тут вот. А, все, 5 может быть баз снабжения. Так, рубли. Отстоять. База снабжения. Я вас поймаю всех. База снабжения. Я все команды сейчас переловлю здесь. И припишу их к той базе. Спешите купить. Ой, какой. Спешу купить. Пустой уехал, да, не солоно хлебах. Не, что-то взял. Ну да, там есть. Там есть. Поймать бы этот, но меня сейчас к нему перебросит. Если я КамАЗ сейчас нажму, его меня к нему перебросит. Ёлки. Да блин, ну почему ты пропадаешь-то? Куча идиотов игру делала. Вот я его выделил, да? Я это закрываю, это пропадает. Пустой. Так, во-первых. И что? Отлично. Вот так. На базу. А вот он. Молодцом. Давай еще ловить. Ну их 4. КамАЗ. Тоже пустой. В малый универмаг пойдет. Так, эти возят напрямую. Ладно, молодцом. Так. Половина. Так. Выгружать. Пофигу, да? Ну ладно. Все, они сидят в засаде. Как только тут превысит, они ломанутся. Вот так. Я думаю, прекрасно. И есть что плохо, но к электросети не подключено. Ну это ладно. Будет обязательно подключу, не будет обязательно, не подключу. А, люди есть, люди есть. Я надеюсь, люди догадаются сюда ходить работать. Вообще лучше бы им из этого дома сюда ходить. Ну ладно.
и другие издания. Побежали первый путь. А, все, смотрите, пробка-то рассосалась. Зерно пошло. Да. А вот туда до сих пор грузовик не приехал. Я не знаю, где он сейчас. Куда он пропал? КамАЗ еще один. Ну, надеюсь, что он едет. Я же бы сказал. Но ему пока не приедет, он тут не появится. Наверное. Знаю. Остались тут такие. Панельки остались. Отлично. Вот тут много осталось. Да не то, не кран. Хотя не так много. А, денег снова нет. Ёлки. Все будет когда-нибудь. Что у нас тут? Строим? Строим. Потом шахты будем строить. Отсутствует пища. Ну как отсутствует? Едет. Отсутствует. Да-да-да. Так, по-моему, в этот раз мы перезимовали без обморожений. Вам так не кажется? Но теперь пока не набьют, не успокоятся. Электроника есть, тряпки есть, все есть. Бухлидзе. А это мясо. Погодите, а бухлидзе где для этого магазина? А тут же должно быть, нет? А, он же бухлом не торгует. Че я? Все хорошо. Два побега за этот год, все прекрасно. Но 100 480 придут, придут, наберутся. А тут никто не хочет ничего сделать. А, электроды привезли. Так, господа, я решил, что у вас дедушек Лениных очень мало. И они недостаточно уверенно на вас смотрят. Поэтому давайте мы вам еще поставим. Повысим лояльность. А, стройконтор зашевелились. Давно пора. Железный Ильич будет присматривать за всем здесь. Нормально хреначит. Вот это не нравится. Хреначит нормально. Чё не так? Людей нет. Это вы зря. В котелку народу надо немного, но надо. Как там, вторая фура приехала? Приехала вторая фура, точно третью можно поставить. Ну, если деньги будут. Что у нас тут? Трудодни, кирпичи. А, все со сталью, все, отлично. Тут что? Тут еще стали немножко. Ну, спорт, церковь такое себе. А жизнь-то налаживается, народ. Жизнь прям налаживается. По бавлу жопа, да. Тут. Демонтажная контора что-то не спешит всего вывозить. Интересно, она вывезла вообще все?
как бы быть. Где вообще машина не монтажная контора? Ну ничего не скажешь, она в отъезде. Вообще все машины, видите, в разъездах. Ладно, будни демонтажников не сильно волнуют. Ай, алкашку строят, молодцы. Да и тут все неплохо. С рабочими-то руками начинает. Сейчас свою алкашку погоним. Погодите, а сейчас я алкашку закупаю, да? Ну, я опасаюсь кризис вызвать. Поэтому пока, пока. Это что вокруг поехал? Заправляться есть? Стопуду. Кирпичей не хватает. Ну, сейчас привезу. Тут рядом. Прекрасно. Просто прекрасно. Ага. Вот он до меня хочет. А это не охватывает. Ух ты ж. Да, хорошо охвачено. А что у нас тут вообще лояльность? Ну, хрен его. Я не понял, тут контора рядом. Вы сотрудники госбезопасности. Почему вы не знаете, что в этом доме творится? Вот тут известно. Тут известно, тут нет. Непонятно, что госбезопасность у меня фигней страдает. Лояльность прет, отлично. Ну, довольство граждан не очень, да. Основное тюрячка. И где-то не хватает мяса. Где, не знаю, где-то немножко голод. Преступность где? Опять же, где-то преступность, где, не знаю. Преступность 0. Давайте поклацаем. Преступность 1%. 0. Тут не должно быть вообще преступности. Ну, 1%. Такое себе. И вот там кусок дороги не строят, мне не нравится. Че везем? Асфальт везем. Или гравий. Или все вместе. А нет, асфальт. А, тут же был... Тут не было дороги. А значит, уже построили. Вот тут что-то не строят. Не знаю почему. Контора-то назначена? Назначена. Что-то не строят. Ну, тут видимо всеми заняты. Можно достроить, а? А, трудодни чисто остались. А трудодни кран решает. Тут же кран крутится. Все нормально. Часто ликера водочный-то. Ну, бахнем. Бухло и радио. Хорошее название для серии, кстати. Бухло под радио. Хе-хе. Точно. А нет работников, да вы чё, ща будет. Чтоб такой-то завод, да работника меня обеспечить, да вы... Вперед! Так, за год конторы. За год конторы. Так, ты туда чисто за всем этим ездишь, да? А из топе. Ты со склада ездишь. Так, таможня. Бухло отменить. Сколько там? 20? Нет, не 20. Отлично. Здание уже назначено. Кому и зачем? Ну это прям суровая контора. Склад 5. Кстати, какой склад у меня? Склад 5. Ну вот, почему нельзя второе окно открыть? Склад 5. Бухлиды с него тоже берите.
Отлично. Топливная контора чисто. Топливная контора. Спецтехника. Кто еще по снабжению? Все, что ли? А, и мне бы еще выловить. Кто бухло покупает, но там, блин, смотри, как деньги улетают. Ну, с другой стороны, я вроде отдаю. Сейчас, с бухлом разберемся, все у нас будет. О, это еще дом построили, молодцы. Никто не живет, ничего. Кто-то будет. Давайте я кого-то немножко куплю, чтобы назначить. Так, и другие здания. Да. Ну, пока немного работает, хорошо. А, набегут. Тут ничего такого, набегут. О, сейчас скоро уже еду повезут на это, на выброс. Так, да, бухлидзе пока нету. Так, а когда Бухлидзе сюда поедет, хотел бы я знать. И бухло. Вот так, поровну. Хотя нет, бухла надо больше. Не бухла, вернее. Это. Вот я не пойму, почему не возят. Сейчас посмотрим. Мне вот это вот странно, что они туда не уезжают. Только они какими-то порциями уезжать должны, я не знаю. Так, половина есть. Что там? Машины стартовали. Ну да. Так, деньги есть. Давай еще КамАЗий. Вот так. И тоже поехал сразу. Молодец. Затор на дороге, не волнует. Павел жрачку. Это снабженец. Это норм. Ох, там пробень какая. Неясно, чем вызванная. Ну чё, она когда сюда-то повезет, я не пойму. Это что сразу везет? Это ни хрена. Склад, экспорт. А, привезли, отлично. Все нормально. Заработала. Сколько людей-то уже? 20. Потихонечку набираются. Тут опять сидит. Ладно, заселится. Это не проблема. Уё! Чего тут творить, ироды? Ну, прям пробка. А из-за чего, я не понял. У меня перекрестки нацелены так, чтобы мимо пролетали все. То есть, по идее, отсюда снизу должна была пробка стоять, она что-то там стояла. Ну ладно. Но тут еще эти шныряют. Вот тут пустырь получился из-за этих труб всех. Ну ладно. В принципе, не страшно. Главное, что никто не мерзнет. Народу все больше.
Дорогу это тоже что-нибудь когда-нибудь построю. Тут уже кран зачем? Тогда он стал бы устанавливать. Трудодни только остались. Но это мы решим, трудодни. И дальше будем дорогу строить. ⁇ 29 у нас вальт. Тоже не бог, ведь что. Все прекрасно. 2 вообще все прекрасно. В какие-то веки. А алкашки маловато. Но это народ пока маловато работает. Так, как там мои фуры? Не доехали ли еще? Чем мы здесь закупаем? А что здесь закупаем? Мясо мы тут закупаем. А продаем? Ну, а угли продаем, а что нет? На сколько ты везешь бабла? На 239 денег одна везет. Ни о чем. А, это бакс. Ну, 306 рублей. Тоже ни о чем, на самом деле. Ну, я так из любви к искусству-то вожу, конечно. Какие-никакие, а деньги. Вот едет продавать. Ладно, 3 косаря везет. Это уже приятнее. А назначено конторе кто-нибудь? А как же назначено? По-моему, вот тут машины пропадают. Справляться приехал. Молодец. Ну, кирпич на продажу. Тоже деньги. Кирпича на сколько везем? 840. Ну, то, ну хоть какие-то бабки. Ну, вот просто вот. Хоть что-то. Так, с бухалкой ничего хорошего пока, мало. О, 7 человек, 8. Тут 20. Плодятся. О, бассейн! Йоу, бассейн, вообще красота. Так, лояльность. Ну, есть. А дедушка Ленин у вас тут есть? У вас тут нет дедушки Ленина, еретики. Может, он вас вообще вечным огнем порадовать? Там понятно, что препятствует. Обелиск с вечным огнем. Так, вот тут тоже элитики сидят, я знаю. Ну, тут еще не до конца снесли, конечно. Давайте вам лояльность тоже будем улучшать. Сидят, блин, нелояльные. О, зашибись. Нет, не зашибись. Кусочек еще остался. Ну, сейчас... А, нет, тут завозить надо. Но уже немного. Гравий, сталь, электрон. Завезут. И будет дальше, дальше, дальше. Где у меня? А, вон оно аж где. Ну и тут тоже строить. Все вот тут. Шелупонь ее всю строить. Щит конвейерную линию, а потом завод строить. А потом еще завод строить, потому что это, по-моему, не сталь ни хрена не делает. Железородный комбинат, он, по-моему, там типа обогащает руду, что-то такое. Че, все? Молодцом. Так. Ну тут еще с фонариками надо. Так. А, все. С фонариками. А я что, приехал, так стоял, уехал. А, ну да. Так. Баксы, рубли, фигаксы. Короче, иди сюда.
Я думаю, вокруг объедут, не страшно. Немножко пробки на центральной улице, конечно. Ну, ну что делать? Два за прошлый год побега. Шикарно. Преступность 322 раза на 1.5%. Не знаю, в чем проблема. Не, можно опорный пункт ментовки где-то здесь поставить, потому что ну та типа не доезжает, да? Давайте это сделаем. Большое. Малое. Стройте. Я вам дам преступность. Ну, еще 7 тонн алкашки, нормально. 8. Тут десятка. Зачем едем? Ну, это еду куда-то возит. Ну, тут прям хорошо. И КамАЗы, я так понимаю, возят на продажу. Ну, вяло, да, но возят. А еще алкашку будет возить. Это вообще красота. И тут будет 180 человек. Вот тогда и пойдет. Как я уже говорил, вот такие дома это отдушина. Куда люди набиваются. 53 лояльности. Отлично. Так, товарищ майор не узнал здесь про лояльность. Что-то вы, ребят, плохо работаете. Ох, какой паром. Да, тут что-то у нас с техникой буксует немножко. Ладно, не страшно. Что еще? Одежду свою можно бахнуть. Но я уже отсюда от этого элеватора не потяну одежду. Она тоже из кукурузы делается. Нет, стреляли литейку и думать уже о железной дороге. И о нефти. Я не всегда думал. Так. Нефть там где-то. И надо будет думать, как оттуда трубопровода протянуть вот сюда, в Мусорск. Мусорск будет с нефтью. А мы будем с бензином. И вот тогда я буду это все продавать. Пластмассы свои будут. Химия своя будет. О, да-да-да, вот эти вот цифры будут крутиться совсем в другую сторону. Доход от туризма. Кстати, смотрите, 9 косарей. В прошлом месяце. Тоже хлеб. Не. Машина, которая разрушает, просто пропала где-то там в дебрях, и все. Такое не видели. Десяточка. Так мне придется по фуру-то под алкашечный делать отдельную контору. Смотрите, они не успевают все увозить. Три фуры. Мои не съедают, а фуры не успевают. Нормально. Растет лояльность. А вместе с лояльностью, я понимаю, растет и производительность труда. Это прекрасно. Что ж, на этом все. Блин, фига, полтора часа просидел. Жмите, пишите. До новых встреч.